Амурская тигрица Кассандра еще не привыкла к повышенному вниманию. В самарский зоопарк она попала совсем недавно и еще только осваивается. Да, она хорошо адаптируется. Единственное, что мы сегодня не смогли с вами это увидеть, потому что достаточно много людей к ней заходило. А во всем остальном, то есть в основных параметрах адаптации, это то, что она хорошо кушает, то, что она не стрессирует. Это, да, все это происходит нормально. Тигр-кактус. Он в самарском зоопарке почти с рождения. О своей будущей избраннице пока еще не знает. Познакомит их только после того, как пройдет обязательный карантинный период. А пока кактус гордо царствует в клетке в одиночку. И не ведает о переезде. Нынешняя клетка маловата для двоих. Для семейного вольера уже подготовили комфортабельную жилплощадь. Площадью 300 квадратных метров. И мы надеемся, что после того, как мы создадим определенные условия для этих тигров, появится пара, от которой мы надеемся, если все будет благополучно, получить потом потомство и таким образом плодотворно поучаствовать в большой общефедеральной программе по сохранению амурских тигров. В разгар пресс-конференции в зале неожиданно появляется любимец журналистов – малыш ягуар по кличке Азар, который тут же попал в центр внимания. Это наш любимец. Позируй. Да. Самарский зоопарк играет значимую роль в сохранении и разведении животных, занесенных в Красную книгу. Его сотрудники очень надеются, что семейная пара амурских тигров не будет тянуть с потомством, и у малыша ягуара вскоре появится компания. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.